В этом видео произведем замеры момента на валу двигателя при работе его с частотным преобразователем векторного типа. Частотный преобразователь имеет мощность 3,7 кВт, ток 220 вольт, мотор 2750 оборотов, 3 кВт. Весы рассчитаны до 40 кг. Здесь у нас шпилька, штанга, имеет длину от центра вала двигателя до места зацепа весов 30 см. Включим весы, пускай не обнулятся. Значит, понятно, двигатель здесь не вращается. Проводим эксперимент на частотах 1, 2, 3, 4, 5 Гц. Устанавливаем частоту, затем включаем двигатель. Этот эксперимент, конечно, вызовет массу протестов, возможно, вопросов, сомнений. Но попробуем сделать так, как мы сейчас пробуем делать. Поэтому поехали. Ручка, бумажка на столе есть. Нажимаем пуск. На частоте 1,05 Гц создается тяга 2,150. Вот так и запишем. Играет немножко. 2,150. 2,150. Ставим частоту следующую. Ставим 2 Гц. Очень трудно попасть, так как пределы, понятно, маленькие. Ну, пускай будет 2,11. Очень долго попадать. 2,11. Тара. Весы фиксируют массу. Значит, нажимаем пуск. Пять девятьсот тридцать. Ага, ползет немножечко вниз. 5,9. Ставим частоту 3 Гц. Пускай будет 3,11. Цепляем наши весы. Обнуляем. Нажимаем пуск. 7,570 было. Это получается, масса потихоньку проседается. Видать, автоматика срабатывает, алгоритм работы срабатывает так, что потихоньку напряжение убирается, так как вал двигателя не вращается. Так, здесь у нас. Вот так, дальше цепляем. Обнуляем. Ставим 4 Гц. 4,05. Нажимаем пуск, при этом готовимся уже нажать стоп. Обнуляем еще раз, нажимаем пуск. 7,2 было. 7,2. Похоже, частотный преобразователь видит, что что-то не так, и дальше момент на валу не повышает. Хотя прямо пропорционально следовало бы, что он должен повышаться. Электроника не позволяет. Настройки базовые в меню. Ничего не изменялось. Стоят заводские установки. Ну, поставим. Пускай будет 5,07. 5,07 частота. Обнуляем. Нажимаем пуск. 6,9, даже меньше. Стоп, нажимаем. 6,9. Наверное, поставим 10 сразу. Ух ты, попал 10.
Итак, на частоте 10 Гц включаем пуск. Тяга 6,750 было, ну и плавно ползет вниз. Выключаем. 6,7 также записал, то есть при повышении частоты у нас момент навыва остается тот же, что и при малых частотах, 1, 2, 3, 4 Гц. Причем с 4 Гц частота у нас, момент навыва уже остается постоянно, не возрастает.